вместе. Мы, друзья, под ваши аплодисменты. Поехали. Поднимем ручки вверх и создадим свою волну на море! Ты не знаешь, какой день встать ответ, на сердце грудится что-то, а в голове нет. Исчезли сомнения в ответ, шагами смелыми начнем мы эксперимент. Твой абонент теперь наступит для меня, где бы ни была ты, где бы ни был я. Облаками внутри луны мы летаем под звуки этой тонкой струны. Мы не знаем, что делать, куда дальше идти. Да и не важно, ведь рядом со мной есть ты. Опаленный пожаром, будто ошпаренный паром, сам не в себе прошу стать моим санитаром. 5% заряда, да блин, вот это засада. Хватит послушать еще раз, а больше и не надо. Дочи на ручки уже! Желтыми, зелеными листьями, старыми потрёпанными кистями, легкими движениями быстрыми нарисуй те места, где близки вы. Старыми запутанными мыслями, теми неотправленными письмами, стихами, что писал тебе так искренне, опишу я те места, где близки вы. Возьму фломастер в руку, ярко-розовый цвет, чтоб не грустила любимая, далеки от меня. Разукрашу для тебя, я весь белый свет, на каждом повороте с детства я люблю тебя. Словно тяжелой формой гриппа я болею тобой. Уколы, антибиотик, бесполезно, ты знаешь, милая, я для тебя. Я только твой, когда с тобой весна приходит в мое сердце. Почтовым голубем отправлю я тебе письмо. Холодный зимний вечер, когда тебе будет грустно, он постучится в твое окно. В нем опишу и свои внеземные чувства. А может быть, все это просто сон. Меня посещают иногда такие мысли, но смыты все сомнения проливным дождем. Словно от никотина мы друг от друга зависим. Желтыми, зелеными листьями, старыми потрепанными кистями, легкими движениями быстрыми нарисуй те места, где близки мы. Запутанными мыслями, теми неотправленными письмами, стихами, что писал тебе так искренне, опишу я те места, где вместе мы. Желтыми, зелеными листьями, старыми потрепанными кистями, легкими движениями быстрыми, нарисую те места, где вместе мы. Старыми запутанными мыслями, теми неотправленными письмами, стихами, что писал тебе так искренне, опишу я те места, где вместе мы. Спасибо, спасибо, ребят. И тогда, знаете что, добавляйтесь ко мне в ВКонтакте, в Фейсбуке, везде есть. И у нас есть группа ВКонтакте, называется «Катамаран Дольче Вита». Вот здесь, на Диджейской. Вот правильный адрес. Что в этой группе у нас особенного? Завтра вы сможете добавиться туда и... Раз, два, три. И туда будут выложены самые яркие фотографии на сегодняшний день. Там заниматься, и там концерт по спирной дискотеке Солнцева. Азиатские штуки фотографии, обычно на два порта. 30-50, все зависит от момента, да, фотографии. Только фото. Самые яркие будут выложены в группу. Скорее всего, каждый из вас там как-то засветится. В этом добавляйтесь, скачивайте свои фотографии.